Через час она уже будет уметь вертеться. Ученый задумчиво погладил игрушку. А хотеть жить она будет через 2 часа. А через 3. Он усмехнулся в бороду. Предсказать дальше нельзя. Это инвариантная система. Черт ее знает. Потом сослался на дела и ушел. Вертеться она начала раньше. И желание жить тоже, видимо, не замедлило проявиться. Вертясь, выскользнула из двери. Этого не предполагалось, и мы помчались следом. Там снаружи уже слышался визг тормозов, осатанелый мат водителей и изумленные крики прохожих. Но предполагаемой виновницы мы не обнаружили, как в воду кануло. Периодически то здесь, то там натыкались на искореженные груды автомобилей, разбитые стекла магазинных витрин и бредущих в травмопункты людей. Морги перестали справляться с поступающим материалом. Потом все прекратилось. Через 2 томительных дня на 3-ю ночь мы, как бы разбуженные внезапным толчком, подошли к окну нашей прекрасной квартиры, расположенной в самом центре столицы, с видом на Кремль, откуда сияли нам по ночам его звезды. Посмотрели в окно, потом переглянулись. Звезды погасли. Мы торопливо подняли головы, взглянули на небо. Там еще все было в порядке.